Военнослужащий Александр с позывным «Сарапул» демонстрирует участникам городского движения «Своих не бросаем» трофейный дрон. Делится новостями с передовой, благодарит за помощь, которую неравнодушные земляки регулярно оказывают ребятам. Так в мае бойцу, прибывшему в родной город в отпуск, активисты движения передали автомобиль УАЗ с партией нужного груза. Деньги на него за считанные дни собрали, сообща волонтеры, представители общественности, предприятий, бизнеса. На днях отправили еще один вездеход, приобретенный на средства предпринимателей и депутатов. В условиях бездорожья такая машина незаменима для перевозки раненых, доставки грузов. Ну, это уже машина для штурмового отряда, взвода, так как я перешел. Тоже посмотрел, что не хватает. Мы совместно со своим командованием обсудили список, там, что нужно необходимо. Самое необходимое – это вот гвозди, ну, то есть это строительный материал. Ну, то есть гвозди, лопаты – все вот это самое главное. Потому что на передке что-то ремонтируется, что-то после разрывов снарядов. Ну и лекарства, вкусняшки тоже не бывают лишними от жителей города, да? Да, вкусняшки всегда рядом. Это да, у нас идем на первую линию, парни заказывают прямо там что-нибудь принесите вкусно. В этот раз среди необходимых ребятам в зоне боевых действий маск-сетей, стройматериалов, теплых вещей, лекарств, сладостей и средств гигиены, носилки для переноски раненых и кровоостанавливающие турникеты, более удобные и эффективные аналоги жгутов. Их сарапульские волонтеры научились изготавливать сами. Активист Дмитрий Вяткин печатает на дому на 3D-принтере комплектующие для турникетов. В штабе движения шьют для них чехлы. С волонтерами по снабжению на СВО я примерно полгода занимаюсь, именно по направлению 3D-печати. Печатаем ампульники, нимфопатницы, турникеты, ну и различные специфичные средства для беспилотников. А на данный момент у меня 3 3D-принтера работают круглосуточно, последние несколько месяцев не выключаясь. То есть делаю именно под заявки от бойцов. Волонтеры уверены, сбор гумпомощи – это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы помочь землякам, участвующим в специальной военной операции. Недавно активисты движения «Своих не бросаем Сарапул» получили благодарность за гуманитарный груз от командиров боевых подразделений.